Алле-оп! Впервые на арене дрессированные фонтаны. Разноцветные струи бьют на 15 метров в высоту, плюс лазерное шоу и живой вокал. Так в Нижегородском цирке украсили программу «Водная феерия». Такого нет ни в России, ни в Европе. А главное, бассейн в то же время и арена. Самая фишка в том, что они складываются, убираются. То есть в этом же бассейне, в котором мы показываем фонтаны, в этом же бассейне работают люди, в этом же бассейне работают животные. Программа насыщенная. Акробаты, гимнасты, фокусники, дрессировщики с морскими львами, крокодилами и питонами. А кругом фонтаны и светомузыка. Шоу вышло на новый уровень. Обычно программа работает один месяц. Они попросили остаться два месяца, чтобы, не переезжая и не прекращая работу, усовершенствовать свое шоу. Раз артисты остались, то уж зрителям явно стоит взглянуть на новую водную феерию. Лучше два раза увидеть, чем один. Цирка много не бывает.